Еще больше даров Азербайджана в Москве. Сегодня в рамках проекта «Торговый дом Азербайджан» в Москве на площадке гипермаркета «Твой дом» Крокус-Сити состоялось торжественное открытие стенда «Дары Азербайджана». На открытии присутствовали руководство торгового представительства Азербайджана в России, представители посольства, а также российские общественные деятели. Москвичам и гостям столицы представили все изобилие азербайджанских товаров. Здесь и сочная пахлава, яркая и сладкая хурма, гранаты, вина и еще море всего вкусного. Чем теперь себя могут баловать посетители центра? Я считаю, что это одна из самых качественных продукций вообще, которые сейчас на рынке. Я пробовала разные сорта варенья, чая с разных уголков мира. И точно знаю, что азербайджанская продукция, она вся соответствует качеству. То есть я могу ее и как детей угостить, так и людей старшего поколения. Все очень хорошо отзываются, то есть все с удовольствием пьют, едят, угощаются. Я очень часто покупаю, дарю, вот, например, к 8 марта я также тоже приобрела азербайджанскую продукцию, в том числе и сегодня, для того, чтобы собрать подарки своим близким и подарить. Поэтому я очень люблю азербайджанскую продукцию, связана с ней очень давно, и всегда знаю, что это очень высокого качества продукция. Ну, безусловно, это инжировое варенье. Я считаю, что это прям одно из самых вкусных яств на земле вообще. Я очень люблю инжир. Азербайджанская продукция, именно вот инжировое варенье, это то, что я очень люблю и всегда на моем столе каждый день. Попробовать продукцию можно было прямо на открытии стенда. Девушки в национальных костюмах на русском и азербайджанском приглашали гостей окунуться в азербайджанскую культуру. Также гостям было предложено станцевать вместе с профессионалами национальные азербайджанские танцы. Не забыли организаторы и о прекрасной половине человечества. В преддверии 8 марта каждой девушке были преподнесены цветы и сладости. Накануне 8 марта я получала разные подарки. Но самый лучший подарок – это набор сладостей. Они, конечно, ставят под сомнение все диеты, но при этом доставляют огромное удовольствие, потому что ничего не может сравниться ни с вкусным азербайджанским вареньем, ни с пахлавой, ни с шакербурой. Это все невероятно вкусно, и хочется пригласить всех доехать сюда, 66-й километр МКАД, и тоже попробовать наплевать на диеты, несмотря на то, что весна, и мы все готовимся к лету. А все-таки, да, получить большой заряд положительных эмоций и вкусить эту невероятно вкусную продукцию дары Азербайджана. Благодаря нашему проекту увеличился ассортимент и объем продукции, поставляемый в гипермаркет «Твой дом», где установлены стенды «Дары Азербайджана». На стендах представлены бакалея и алкогольная и безалкогольная продукция. Здесь представлено свыше 40 азербайджанских производителей-экспортеров и более 150 наименований продукции. Стоит сказать, что первые два стенда в Кунцево и на Новой Риге позволили увеличить оборот только бакалейной продукции на 300%, а не алкогольной и алкогольной на 27 миллионов рублей. Отметим, что это уже третий по счету корнер «Дары Азербайджана» в Москве в сети гипермаркетов «Твой дом». Проект «Дары Азербайджана» был разработан торгпредством Азербайджана в России для поддержки азербайджанских экспортеров и для продвижения азербайджанской продукции на российском рынке. На церемонии открытия выступил торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев, который отметил значимость даров Азербайджана как для бизнесменов, так и для покупателей, которые теперь получат доступ к азербайджанским товарам, посещая крупный торговый комплекс. Ну, я хочу обязательно отметить, что вообще открытие, вообще идея создания твоего торгового дома Азербайджан в Российской Федерации, и не только, но так как я торгпред Азербайджана в Российской Федерации, принадлежит нашему уважаемому президенту Ильхаму Гайдаровичу Алиеву. И когда в 2017 году я был назначен торговым представителем, то одна из задач – это развитие бренда Made in Azerbaijan под торговый дом Азербайджан. Ну и, соответственно, так как мы подошли к этому вопросу, не просто прям сходу начали исполнять, мы весь 18 год посвятили изучению вообще вопроса, анализу, потому что с азербайджанской продукции российский покупатель, россиянин, знаком не понаслышке. Ну, годами, десятилетиями азербайджанская продукция всегда составляла
там, рацион российского потребителя. Импортная, экспортная, экспортно-импортные компании, возможно, с государственным участием. Некоторые из них сейчас существуют, ну, частные компании, которые завозят продукцию. Вот мы должны и с ними иметь определенное сотрудничество, такое регулярное сотрудничество. Ну и третий элемент вот этой всей концепции – это разноформатные магазины в разных регионах Российской Федерации. Сейчас ведутся переговоры об открытии разноформатных магазинов с Башкирией, Свердловской, Новосибирской, Архангельской областями, а также Владивостоком и Санкт-Петербургом. А пока российские регионы только ждут открытия дворов Азербайджана у себя, гости и жители Москвы радуются открытию нового корнера с самой вкусной и качественной продукцией. Сегодня здесь играет азербайджанская музыка, исполняются азербайджанские танцы. Все пропитано национальным колоритом и невероятно щедрым азербайджанским гостеприимством. Теперь, благодаря дарам Азербайджана, все то, что взрастил этот солнечный край, может стать украшением вашего дома и вашего стола.